Мысль, в принципе, достаточно очевидная и понятная. Кто в городе круче всех работает с детьми? Ну кто? Правильно, Орион. Потому что это изумительно. Я каждый раз за 5 лет вижу новые игрушки. И где? Ну вот вам факт проезда. На север ехать надо. И здесь лучший результат. Вот мне говорят, когда мир детства закончится. А по сути событий у меня мир детства еще не закончится. Даже невзирая на некоторый возраст, я бы все-таки вернулся в мир детства. Потому что я люблю детство. Представляете, игрушки и все остальное. Что сейчас? Ну что сейчас? Сейчас машины, да? Которые ломаются, естественно. Машины, которые вы можете купить, которые все равно потом сломаются. А в мире детства все немножко по-другому. Если идеально смотреть за своими машинами, они будут жить очень-очень долго. А потом еще и принесут прибыль, удовольствие вашим детям и еще и внукам. Ну, надо понимать, да? Что мир детства – это хорошо. Но сегодня мы пришли сюда, во-первых, для того, чтобы вам показать вот этот грузовик, который привез сюда товар. Во-вторых, для чего мы сегодня сюда пришли? Ну, естественно, скоро у нас учебный год. Так вот, посмотрим, как вы можете подготовиться к учебному году вместе с магазином «Орион». А вот это здесь… Постоянно и всегда. То есть это есть правильная работа с телевидением. И от грамотных поклонников вы не отделаетесь. То есть это и есть ваши покупатели. Мысль, конечно, не для них, а для бизнесменов. Хотя, с другой-то стороны, я по сути о них не думаю. Вы можете всем дать понятие правильности ваших действий. Вот только с кем? Мелкопотамов много, крупняков мало. Смотрите сами, господа, как работает Орион в любой день, в любой. Теперь мысль о сюжете. Да, конечно, сам сюжет мы будем резать. Но кто еще в течение 20 минут расскажет об игрушках? Кто еще? Вопрос, где все это посмотреть, решается легко в Ютьюбе на моей страничке. Фильм такой был. Место встречи изменить нельзя. Место встречи, оказывается, изменить нельзя. Мы здесь столкнулись... с теми же родителями, с которыми мой сын гуляет. То есть это соседи мои. Это уже понятно, да, где все это можно купить? Естественно, в магазине «Орион». Понятен результат. Все для ваших детей. В любом возрасте. Кое-что пропадает. В смысле, не пропадает, скупает, естественно. Кое-что привозят мамой. Никаких проблем не возникает. Здесь постоянные новинки. За моей спиной водные пистолеты. Разные водные пистолеты. Разные. Сейчас попробую просто перечислить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, в пределах 20 штук они все здесь есть. Это для ваших детей, естественно. Вот. Где вы сейчас будете играть? Вопрос весьма интересный. Но давайте вспомним, что в принципе, где мы сейчас живем. Когда говорят, что у нас кризис, никакого кризиса в природе не существует. Вы посмотрите, что люди наконец-таки, в конце концов, окончательно ездят на новых машинах. Номера вы все видели. Вот. И естественно, бани в цене не поднялись. Естественно, в цене не поднялись шашлыки. Да ничего не поднялось в цене. Ребятки, вы не рассказывайте мне сказки. Я, конечно, прекрасно понимаю, что ваша машина прыгнула в цене в два раза, а вам-то сильно это дело хочется, и вы на чем будете? На себе экономить? Да, господа, я себе купил машину за 75 тысяч рублей. Она уже проехала 120 тысяч километров за 4 года. У нее есть кондиционер, у нее есть полный пакет электричества, у него есть автомат-коробка. Это 75 тысяч рублей. Не, ну я, конечно, понимаю ваши тараканы и косяки, что у соседа что-то прочее. Ну, давайте договоримся о сумме. То есть за 150 тысяч вы можете идеально себе автомобиль взять, который еще и вас на тот свет повезет. Поверьте мне, это эти машины знают. Настоящие японские машины или американские. Вот. А все остальное. Ну, потратьте в конце концов на себя, ребятки. Ваша же жизнь идет. Ваша жизнь, а не проезды ваших замечательных автомобилей. Ну, думайте, ребята, господа. А тем более, когда у вас еще есть ребенок, экономить на ребенка, я считаю, что это грех. Ха, прикольно. Однако это все интересно. Вот с левой моей стороны это пазлы. Понимаете? Я в своей жизни собрал один большой пазл. Работали мы над ним достаточно длительное время.
к слову о пазлах. То есть, если у вас ребенок внезапно заинтересовался интернетом, я вам предлагаю все-таки пазлы ему сказать, что ты вот собери, и будет красиво. Потому что, чтобы их собрать, это еще и голову надо включить, понимаете? Они разнообразные пазлы. Очень большое количество слева. Вот. Да и справа в том числе. Что же здесь мне больше всего нравится? Ну, во-первых, есть фрески. Можно вот это собирать. Они будут красиво выглядеть, реально красиво. Но кроме всего прочего, вы хотите, чтобы у ребенка что-то плавало, да? Вот есть замечательные плавающие модельки. Вот они, посмотрите. Разные плавающие модельки. Соберете, и он будет работать. Клево. В действительности очень клево. Кроме всего еще брелочки всякие, фрески. Ну, в прессах очень много. Картинки из пайеток. А что такое пайетки? Да, это, для, естественно, для девочек. Потому что они же умудряются потихонечку все это делать. Вот, пожалуйста. Никаких проблем нету. Я ничего сейчас не буду говорить, просто мне приходится работать со штативом. Когда мы работаем со штативом, это, в принципе, хорошо, да. То есть камера статичная, хотя, в принципе, я также и снимаю. То есть, ну, 22 года на телевидении так просто, ну, никуда не девается. Но, тем не менее, к сожалению, я уже работаю один, как вы прекрасно понимаете, да? Что мы сегодня будем вам говорить? Естественно, мы туда пришли для того, чтобы вы приготовились к школе. В школу что люди берут? В школу берут книжки. Книжек здесь, извините, нету, но и тетради, и все остальное. И ручки, и гуаши, и... Да все есть здесь, естественно. Но школа, она интересна чем? В школе вы хотите что-то собрать, да? Вы представляете, да? То есть в свое-то время, а дело-то было достаточно давно, а мы на уроках химии тоже что-то было красиво для нас. Сегодня я не думаю, что это возможно вообще в природе. А, кроме всего прочего, допустим, говорим мы о уроках физики. То есть в свое время это продавалось везде. Было одно такое место, где все продавалось для вас. Сегодня я не знаю, что это такое. Мой сын, естественно, скоро пойдет в школу, и мы там все это дело определимся. А вот все то, что вам было бы необходимо, есть прямо сверху здесь. Юный кондитер, юный сыщик, юный биолог, юный физик. И еще юный биолог. То есть там человек его чувствует, это еще и насекомое, да? Клево. Вот. Если мы повернули бы камеру вот сюда, то в принципе здесь есть и микроскопы хорошие. Кроме всего прочего, дети же тоже умеют играть, логично? Умение игры... И это в том числе здесь есть. Цены, я же вам серьезно говорю, это все стоит, ну, в том количестве, что если вы придете сюда с 2000, вы не просто одну штуку унесете, а гораздо более большее количество, то, что вы себе хотели бы взять в действительности, да? Но, возвратившись на круги своя, давайте все-таки немножко придавим какую-то. Вот. Вот обратите внимание. Вот на такого вот замечательного крокодильчика. Он, ну, шикарен. Чуть бикает, да? Стоимость этого крокодильчика здесь 40 рублей. Ну, здесь еще есть вот такая замечательная штучка. Тоже недорого стоит. Тоже бикает, да? Вот. А-а-а. Пауки. Большие такие, хорошие пауки. Красиво? Супер. Да. И вот эти замечательные змеечки. Ага, змеечки, она так прямо крутится. 50 рублей, нормальная цена. Так, теперь другой вариант. Hot Wheels. Мой ребенок часто смотрит интернет на YouTube. Так вот они, эти самые замечательные Hot Wheels по самой дешевой и самой демократичной цене в городе. Ах, как клево. Фломастеры. О, представляете, да? Здесь вы можете разводить краски, естественно. Краски разные. Гуашь. Вот. Акварель, естественно. Кисточки. Это, про это я уже говорил. Вот, посмотрите внимательно. Вот акварель. Разные. Гуаши в том числе. И чуть дальше. Мелки, естественно. Ну, я считаю, что больше удовольствия и за меньшую цену найти где-то будет достаточно сложно. И меня попросили вот эту штуку показать. Вот. Это 3D-ручка. 3D-ручка. То есть, видите, вот там все нарисовано, да? Я не знаю, как это делается. Но, по сути событий, такая ручка везде стоит в разы дороже. Здесь она стоит 2000 рублей. Клево.
рисуйте и получайте результат. Все будет красиво и в большом количестве. Ну и, естественно, другие варианты, их очень много. Ну и всякие примочки. Разные-разные примочки. Вот. Такие примочки. Вот. Не знаю, что такое, но прикольно. Вот. Это вот лизуны. Вот. Сами большие лизуны. Вытаскивать все будет. К слову, о том, как это все делается. То есть первоначально они будут хорошими. Потом они высохнут. Но вернувшись на круги своя, что можно сделать? Да положите просто воду, они также набухнут. Никаких проблем нет. Вот. И всякие остальные причуды. Красиво, красиво. Как я люблю. Как я люблю. Как я люблю Китай, естественно. Китай все делает очень быстро, реально быстро. Супер быстро делают все Китай. То есть я просто тут зашел и посмотрел, Маша и Медведь. Девочки, Маша в большом количестве, и, естественно, здесь. Ну да ладно. Сегодня немножко про другое мы поговорим. Про то, что появилось в большом количестве опять же здесь. Никогда не видел, что здесь есть такие штуки под названием русалки. Во! Вот они, вот они. Сама русалка в коробке стоит 170 рублей. Ну, может быть, у вас какие-то возникают проблемы, но мы вам сегодня сейчас говорим, что здесь проблем с ценой никакой не существует. Сколько вы можете тратить? Ну, давайте все-таки переговорим о пенсионере. То есть я пенсионер. У меня вторая группа инвалидности. Вот видите? В башке мне пролазили. Выдернули кусок мозга. После того, как мне кусок мозга выдернули, у меня сразу пропали все искусственные рефлексы. То есть я ничего не помнил, не знал. Лево. К слову о том, где вам надо проходить лечение. Ну да ладно, это уже про меня. Вот. Сама сумма пенсии у меня 1280 рублей, проходите, пожалуйста. То есть, пытаемся, конечно, что-то заработать, да? И даже невзирая на сколько я плачу за свою трехкомнатную квартиру, это 9000 рублей. Зимой, естественно. Вот. Какие-то части денег я могу потратить на своего сына. Или на свою дочку. То есть, ну, грубо говоря, 2000 рублей. Остальное, ну, придется заработать. Других вариантов нет. В этой жизни как-то же надо жить по-другому. Вот. То есть на 2000 рублей. В принципе, 170 рублей это даже не деньги. А, ну, к слову, о 170 рублях сейчас я покажу. Вот, вот видите, вот эта штука. Видите, вот эта штука. Барбоскин. Телеканал у нас такой есть. Вот. Как раз про них. При этом вы все это дело покупаете в одном количестве, в одном естественном месте. Здесь, в магазине Орион. Ух, клево. Так. Цена там тоже вообще никакая небольшая. Вот. Вот эти те же штуки. Сколько там? 160 рублей, да? Вот. Вот это. Троллики. Троллики разные, такие троллики. Вот такие троллики. Вот. Естественно, здесь вот. Если бы я повернул камеру направо, то 1480 рублей грамотные пупсики. Они абсолютно точно такие же, как ваш ребенок родился. Прям абсолютно такие же. Никаких проблем нету. Вот. Но мы все немножко про другое. То есть, ваш же ребенок хочет прыгать, правильно? Ну, хочет он прыгать, да? Вот. Прикрутите, в конце концов, что-то сверху. И пускай он прыгает. Вот здесь вот, вот так-то раздвигается, и он будет прыгать. Будет прыгать абсолютно нормально. Цена вопроса — те же самые копейки. Чем хороша Россия? Тем, что у нас есть лето. И у нас, естественно, есть зима. Вопрос, как вы будете кататься летом? Решается вполне очевидным. Количество детских велосипедов здесь в большом количестве. Но если возникла зима, где ваш ребенок будет кататься? Я предлагаю прийти вот сюда. Ну, поскольку на этом самокате он может ехать до 5 лет, а может быть и больше. Видите количество самокатов? До 5 лет, а может быть и больше. То есть берите, он у вас будет дома рассачивать. В каком возрасте он может на них садиться? Ну, как только начнет ходить, поверьте мне. Что, если он будет кататься на таком самокате, он гораздо быстрее будет кататься на обыкновенном велосипеде, без дополнительных колес. К слову о том, что мой сын примерно так же, как я, начал ездить на двух колесах. То есть, примерно в 4 года.
Я его посадил, спотыкался, но тем не менее, сегодня едет он на двух колесах, без всяких тараканов и косяков. Вот. Естественно, эти два колеса где их купил? Ну, в магазине Рион, другого варианта и нету. По одной простой причине, дешевле и качественнее, ничего не могу найти. Как вы уже видите, сколько этих самокатов здесь. Как вы прекрасно понимаете, здесь будет такое же количество каталог, но это будет чуть позже. Мы будем работать и все это вам продемонстрируем. Но сегодня и сейчас я бы, конечно, хотел бы увидеть вот такую штуку. Что это за штука? Эта штука летает на небольшой высоте. Ставите туда батарейки. Помните, 30 лет назад произошел феноменальный киношка «Назад в будущее». И все летало. Все сегодня и сейчас также будет летать. И в ближайшем будущем, надеюсь, вот, когда-нибудь. Мне сегодня человек сказал, говорит, Леша, а когда у нас будет трехполосное движение с Санкт-Петербурга до Владивостока? Я говорю, никогда в жизни не будет трехполосное движение. Вы представляете, с Санкт-Петербурга до Владивостока, а может быть чуть дальше, а на Адре, знаете, там через Берингов пролив, он всего 70 километров. То есть можно было бы мост построить, и мы могли бы спокойненько, если бы это было бы хорошо и правильно, ездить в Соединенные Штаты, не используя самолеты. То есть можно было бы на машине просто проехать в действительности и через Берингов пролив оказаться в Аляске. Извините, в Аляске дороги изумительные. Я там был просто в Америке. Но это уже вопрос не ко мне, это вопрос к нашему правительству. Вот. Ну, в принципе, вы же сделали дорогу до Владивостока, там еще 6 тысяч километров наверх. Сделайте длину. Ну, так вот. То есть, и там все это дело, это также будет летать. Поставили батарейки и по нормальному полу, не вот, ну не по асфальту, естественно, хороший пол берете, то есть либо это ламинат должен быть, либо это хорошо грамотный поставленный линолеум, он будет вот так на высоте. Представляете, нормальный мячик, примерно мячик, он будет просто летать. Еще и светиться будет. Вообще, конечно, надо понимать, к чему ваш бизнес приводит. В данном случае к удовольствию детей. Ну а что может быть лучше? Меня всегда мой сын достает, когда мы поедем в Орион. Потому что это хорошо. Такое доставание сына. Я говорю правила, он их выполняет. И самое главное, ему не нужен компьютер по сути. Вместе с компом он только растягивается. И все, а дальше игрушки разные. К слову, где? Ну, вернемся к нашей компьютерной графике. Советская улица начинается на вокзале. Едем туда. Далее в сторону нулевых по вокзальной. На выезд в сторону Соленого Банного по старой дороге. Чуть-чуть не доезжая до хладокомбината. Вы увидите. Большое здание слева. Поворачиваем направо. И далее также направо в третьем повороте. И Орион вы найдете сразу же. Конечно, магазин Орион хорош. Изумительные цены. Изумительное качество товара. И вообще, если вы что-то хотите себе взять, я вам рекомендую все-таки проехать сюда. Как проехать, я вам уже неоднократно объяснил. Это третий поворот направо, после хладокомбината, если вы едете в сторону озера Соленое. То есть, конечно, все здесь хорошо, и для обучения детей в том числе. Но, как вы уже прекрасно поняли, и мы вам продемонстрировали, что здесь не только для обучения детей, здесь еще и для тех, кто только-только родился, и к тому же большое количество возрастов. Потому что я, как вам уже неоднократно объяснил, работа с миром детских игрушек от магазина Орион для меня это удовольствие. И если честно, даже не беря возраст, я бы все-таки вернулся к этим игрушкам.